Всем привет! Сегодняшний трек пришел к нам из времен, когда битмейкеры еще умели сэмплировать, а рэперы читать рэп. Это ST и Goof по-другому. Рубрика «Русское старье». Также это мой любимый весенний трек. Трек, который у меня ассоциируется с этой прекрасной апрельской весной. По-любому у каждого из вас есть треки, которые ассоциируются с этим же временем. Напишите в комментариях, что это за треки, мне будет интересно прочитать. Ну и перед началом, как обычно, напоминаю, видеокурс по клауду, по трилу, по трэпу. Чтобы заказать, напиши мне, ссылка в описании, подробнее в конце. Приступим. В первую очередь я хочу передать огромный привет Ивану из группы Добро, потому что этот разбор он уже делал, но мы взглянем на трек немного с другого угла. Начнем с самого интересного, это сэмплы. У нас 92 BPM, главный сэмпл, он играет самым первым, точнее, он не главный, потому что главный инструментальный, это вот этот. Это два сэмпла, которые просто волшебство, потому что, почему? Мы берем вот этот сэмпл, перетаскиваем его в плейлист. Кстати, для этого достаточно зажать вот здесь, перетащить. Мало ли, вдруг вы этого не знали. Мы подгоняем по 92 удара в минуту вот этот сэмпл. А вот с этим мы ничего не делаем, и они уже сочетаются. Это магия. Сэмплирование в целом, это искусство. Это прям очень важное искусство. Ну и как обычно, как только этот видос соберет 2000 лайков, то я выложу, во-первых, проект этого бита в своем паблике ВКонтакте, ссылка в описании. Во-вторых, как только этот видос соберет 2000 лайков, я тут же начну пилить продолжение этой рубрики «Русское старье». Если ты тоже любишь русское старье, как и я, если ты один из этих примерно 2-3 человек, то ставь лайк, и ролики, которые тебе нравятся, будут выходить чаще. Это уберем, и это перетаскиваем со включенным стретчем, с альтом. Нет, еще перетащим. Вот так, наверное. Да-да-да, вот так и все. Берем второй сэмпл. Вот так. Вот это мы убираем. Нормально. Нормально. Теперь перетаскиваем это на второй канал, это на третий канал микшера, просто для нашего удобства. Теперь делаем еще более интересную штуку. Немножко вытащим то, что нам нужно, и возьмем несколько звуков. Конкретно вот этот мы возьмем. В первую очередь с ним поработаем. Берем звук из вступления. Перетаскиваем на отдельный канал. Вот так вот. Так, это подрежем, подрежем, подрежем. Можно же просто зажать слип и вот так. Вот, все. Оставили только с. И голоса не слышно. Отлично. Получается, у нас вот эта часть, это часть во вступлении. Теперь нам нужно сделать следующий моментик. Возьмем вот это. Вот это тоже супер кайфовая часть. Тут то же самое. Нам нужно будет как-то немножко победить этот лишние моментики. Нам не нужен голос вот этот, который поет «Something is missing». Нам нужно просто, чтобы максимум, что оставалось, это было «с». Вот это. Кстати, нам нужно сделать это уникальным. Делаем make unique, чтобы убавить немножко. Незаметно. Это склеечка. В одном месте у нас будет еще вот эта часть. Напоминаю, что это вот этот фрагмент. Делаем вот так. Можно, конечно, сделать его уникальным, сделать подрезку, то есть чуть простянуть, но тогда уплывет наша высота тона. С сэмплированием все, это была самая любимая моя часть, так что давайте быстренько пропишем бит и бас. Бас у нас почти полностью будет лежать на нотах соль и перец. Ха! Юмор. Юмор — это конек моих видео. Так, ладно, шутки шутками, но на самом деле бас будет нас лежать. Я перепутал, я хотел сказать на ля диез. То-то-то, там дальше идет. И потом вот то же самое, только на фа диез. Сюда же пропишем снэры. У нас будет основной, как ни странно, S2 и 2 дополнительных. Я просто слишком пристрастен к этому треку, чтобы сделать все правильно. Его Ctrl-C, Ctrl-V на третий и на второй. Но на втором мы просто зажмем Alt и колесо мышки так хоп и увеличим его громкость.
все это перебросим на микшер, но перед этим сделаем паттерн хэтов, который будет сложнее, чем все, что было в вашей жизни перед этим. Продлим. Сюда заходим, shift. Все сразу закачало. Чувствуете, да? Чувствуете? Чувствуете? Теперь кик. Погромче, погромче. Нет, тут, по-моему, так. Вот так. В любом случае, Ctrl-C, Ctrl-V. Идеально, идеально, идеально. Теперь сбрасываем все это на микшер. Начиная с седьмого, Ctrl-Shift-L. Все, бац. Собираем групповой канал всего и сразу. Это я имею в виду бас и ударный Ctrl. Ничего, никакого Ctrl. Просто правой кнопкой Roll to Distract Only. Потом идем сюда, отрезаем низ у нашего басца. Так, это, кстати, не все. Нам нужно взять еще наш вокальчик. Во-первых, нам нужно сделать к нему вступление, потому что вступление идет вот с... вот с этим. Вот как-то так. На этот же сэмпл мы повесим, конечно же, снова ProQ. Срежем снова низ. Ну, как вы думаете, что мы сделаем еще, кроме того, что сниже срежем чуть-чуть верха? Это не обязательно. Короче, смотрите, я хочу повесить на него один плагин, который я, насколько я помню, еще не использовал на этом канале. И вам предстоит угадать, какой. Вот сейчас в правом верхнем углу загорелась подсказка, и там опросик. Угадайте, у вас пара секунд. Давайте, я подожду. Конечно, вы угадали или нет. Ну, я не расскажу, если нет. Это SoundGoodizer или SoundGoodizer. Короче, мне кажется, что мир делится на два типа людей, которые говорят SoundGoodizer и SoundGoodizer. Мне больше нравится SoundGoodizer. Нет. Вот так. Срежем побольше низа. И потом вот этот фрагментик сразу с битом и с басцом. Это сразу берем. Так. Вот так нормально. Идеально. Идеально, идеально. Просто супер круто. В конце у нас будет вот этот момент. Вот мы уберем. Потом припев. Вообще, это очень интересный трек, потому что тут есть пара таких непонятных мне, зачем это сделано, но это сделано, и это круто. То есть, смотрите, например, в самом конце у нас идет проигрыш, в котором сделана, похоже, автоматизация громкости на наш вокал. То есть мы сейчас это можем сделать, жмем вот сюда вот и делаем Automate Volume. Сделаем вот такую фигню. Вот так вот. Да, там сделано именно так, но по ощущениям моим личным, которые могут отличаться от ваших, там вот сделан вот такой вот прием, непонятно зачем, но сделано. В самом-самом конце. Нам осталось сделать всего ничего. Это сделать минимальную структуру и сделать обработки тоже минимальные. В первую очередь, конечно, хочется все это разбросать по паттернам. Идем... Жмем сюда, split by channel, оп, нет, вот так, зажимаем shift, перетаскиваем, делаем вот так вот, alt и мышка, колесо вниз, делаем вот так вот, потом можем это все дублировать, клонировать, как угодно, это не принципиально. По вступлении есть очень важный момент, берем наши снэры, отпиливаем у них все, кроме вот этого, и делаем вот так. Вот, то есть обрубается голос, вступает вот этот ринг, потом одновременно с этим лупит снэр, все, идеально. На снэрах мы будем использовать такую волшебную штуку, как ревер. Его будет дофига на снэрах. Мы будем использовать мой пресет, который я сам накрутил. Накрутить такой ревер сможет каждый. Вот вы посмотрите настройки, в них нет ничего сложного.
Просто делаем вот так. Сайз увеличим до упора. Берем этот снэр, вот так вот зажимаем, перетаскиваем на другой канал. Можно добавить немного в это, идике, потому что нам нужно прям дофига ревера на снэрах. Он должен быть такой мягкий, атмосферный, атмосферный. Теперь на главный наш снэр тоже берем. Но на главном будет меньше ревера. На хэта мы тоже накинем за ревера, конечно же. Сюда мы повесим софт клипер, потом мы повесим эксайтер, повесим потом от Ozone. С базовым простейшим пресетом Analog Fluent, потом центр стерео. Потому что у нас очень широко и красиво звучит мелодия, можно чуть расширить ударный. Потому что сайт, составляющий в ударных, у нас дофига из-за ревера. Центр стерео — наше все. Мой любимый плагин по работе с панорамой. По ощущениям нужно еще немножко убрать низа у наших сэмплов. Мне кажется, что чуть-чуть на капельку просто нужно прибрать панораму у главного сэмпла. Для этого воспользуемся A1 стерео. Вот так вот. Еще сделаем сайдчейн. Пик контроллер берем. Бейс на 50%. Теншн подкрутим. Ну, короче, по сути, все это сводится к тому, что мы находим в золотую середину. В настройках теншн, декей и волюм. Вот что-то типа такого. Теперь идем на групповой канал, вешаем лимитер, делаем link to controller, пик. Теперь на мастер вешаем Ozone. Очень громкий голос. Уберем его немного. И я забыл сделать самое главное. Подкрутить V-Dry у лимитера. Потому что очень фигачит. Вот так хорошо. Только хэта надо. И теперь ревер начал слишком сильно читаться. Убавим его. Добавим хэтов. И получаем трек, который самый главный для меня трек, означающий приход весны, приход всего прекрасного, хорошего, доброго. Давайте послушаем, что у нас получилось, потому что вроде все, я все сделал. Только убавим голос еще сильнее.
такой вот трек у нас получился. Прям кайфово. Блин, не знаю. О, я на самом деле, я честно вам признаюсь, я очень давно хотел сделать этот видос. Но почему-то как-то вот только вот, вот, видимо, пришла весна. Я такой, о, точно, трек крутой. Трек мне очень нравится. И если вам тоже нравится этот трек, понравился этот видос, то ставьте лайк. Если нет, ну что, ставьте заслуженный дизлайк. Ну вот такое получилось у меня. Мне понравилось. Вы как хотите. Также вы можете написать уже свой любимый весенний трек в комментариях. Мне будет очень интересно узнать, что, какие треки, с чем ассоциируются у вас. Ну и как обычно, напоминаю, видеокурс по клауду, по трилу, по трэпу из трех частей от А до Я, в том числе подойдет и для новичков, потому что к нему приложен специальный видеокурс для начинающих. Он стоит 3290 рублей, заказать можно у меня, ссылка на меня в описании. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. А с вами был Стас, был рад стараться для вас этим видео. Обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Посмотрите вот этот ролик или вот этот ролик, они не менее, а то и более интересные. Ставьте лайки, как я уже сказал, если понравилось, дизлайки, если не понравилось. Увидимся в следующем видео. Пока.